23-летняя Анастасия Решетова хочет побыстрее прийти в форму после родов. Брюнетка начала ходить в тренажерный зал, но теперь ей придется пересмотреть свои взгляды на спорт. Модель родила сына в середине октября. Спустя 40 дней после родов врачи разрешили ей начать заниматься спортом в умеренном режиме. Молодая мама была рада физическим нагрузкам, но они негативно сказались на выработке грудного молока. Именно поэтому медики не разрешают активно заниматься спортом до окончания кормления грудью. На это обстоятельство возлюбленная Тимати пожаловалась поклонникам. «Придется оставить только легкие силовые тренировки. Представляете, из-за кардио у меня не приходит молоко в достаточном количестве теперь», — написала Анастасия в Instagram Stories. Решетова сначала скрывала беременность, а потом щедро делилась советами по части ожидания ребенка, пока модель не показывает лицо малыша. Недавно Анастасия Решетова поделилась забавными фото сына. Алена Шишкова призналась, что не сразу смогла принять новую девушку Тимати. Музыкант увернулся от поцелуя в губы с Анастасией на публике.